А это охлаждающая подставка для ноутбука. Сначала мне показалось, что мощность их слабовата. Я, видимо, ожидал, что будет дуть как фен. Я не скажу, что эта вентилирующая подставка охлаждает полностью мой ноутбук, но на 5-9 градусов она точно охлаждает. А этого как раз достаточно, чтобы температура не зашкаливала необходимые границы нагрева. У подставки есть красная подсветка, которая включается, когда она работает. Выключить ее нельзя, и хотя мне не нравится цвет, он не особо мешает, так как за ноутбуком его практически не видно.